года 2016. Мы на зимовье. В прошлом году зимовье летом посетил медведь. В этом году медведь зимовье не посещал, но посещали крысы. Крысы выкрутили лампочки, украли энергосберегающее ведро и сожгли дров. Такое вот приличное количество. Все остальное они бы тоже, может быть, взяли, но мы, к сожалению, предусмотрительно все вывезли. Медведь зверь, съел только сахар. А, да, про медведя в том году репортажа не было. Значит, что было? У нас в трехлитровочке стоял сахар, наверное, лет 10 он стоял. Закаменел. Вытащить не мог, ну и как с банкой под мышки, короче, ушел. Да он тут много еще сожрал. Банка была тоже стеклянная, закрытая крышкой с макаронами. Все он открыл, высыпал, съел. Что не съел, мыши доели. Зато ничего не пил. Да, выпивку не... А, вот, кстати, крысы это еще и все пойло выпили. А медведь не трогал. Да, медведь не стал пить. Значит, каждый год у нас на этой полке, уже в течение, наверное, последних лет 6, да? Да, блин, каждый год. Ну, лет 6 или 7. Я здесь 10 раз. Птичка вьет гнездо. Мы каждый год убираем, чтобы вещи складывать. Все равно вьет гнездо. Был один год, когда было свито, наверное, штуки 4 гнезд. Ну, может быть, она каждый год делает. Ну, не знаю почему, но, короче, вот прошлый год, позапрошлый, уже одно гнездо. Вот нынче гнездо специально хотим показать, из чего сделано. Что за птичка, не знаю. Не подписалась она. Я думаю, одна и та же наша подружка. Это волос лося. То есть вот мох. Мох, я думаю, она с нашей же стенок и выдергивает. Но в основном правда, волос. Да, в основном вот мягкая подстилка сделана из волоса лося. Вот он пустотелый. Потому что долинеет, она где-то собирает. Ну как вот она столько насобирала. То есть, да, вот для нас загадка. Где она его взяла? Да, вообще угарно, блин. Лося завалила, да. Где-то, да, вот при... Приговорила где-то лосика. Посмотрим на следующий год, из чего сделать. Почищу. Нынче мы спутник брать не стали, потому что АБС что-то перестал показывать. Триколор. Песня долгая. Короче, просто взяли DVD-шник, будем смотреть DVD-фильмы. Первый канал, там антенна упала с концами. А упала вообще? Упала, но... Ну, зачем? В печку бы...